Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала на шестерых. Отборочная игра ФФА-чемпионата в моей группе. Тут я играю за Австрию, и если вы не смотрели первую серию, то рекомендую начать именно с нее. Ссылка на эту серию появляется сейчас в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Что после после библиотек построим к ну рабочих. Так, больше не друг Занзибара. Турки, союзники Сидона. Правда? Нафига? Ну, я думаю, там лагерь какой-нибудь разбили. Ну, потому что Сидон военный. Хочу проверить, насколько... Кстати, сколько у турок городов? Два. Но если у него два и у меня два, то мы можем повоевать на море. Тем более, что у Турции обычно места... Хотя вот я вижу, что у меня тут все зашибись. С холмами, например, у этого города. Может, скорее всего, второй, правда, город, а не столица. Никак не могу решиться, где лучше город четвертый поставить. Потому что на реке все-таки тоже неплохо, но на реке слишком близко к Грацу будет. Я все-таки склоняюсь вот к тому, что вот сюда надо ставить. Вообще, кстати, Геликарнасский мавзолей был бы неплох, потому что у меня будет много великих людей, ну, из-за кофеин. А Геликарнасский мавзолей деньги дает. Но пока мне есть что строить и без того. Давайте-ка мы после философии откроем конюшни, а потом арены. Так, что там у нас? Ассирия, так где там твои благовония? Или у тебя уже их не будет? А, как в Индонезии, если ты собираешься брать этот лагерь, я тебе не разрешаю, потому что лагерь находится на моей территории. Будет, но уже не скоро. Я уже там менялся на какао. Ты такой смешной на самом деле. Ты дождался, когда у меня коляска туда добежала, и говоришь, чтобы я не брал этот лагерь. Не, ну пафнуть по правилам турнира, если Monster Dance сказал, что он запрещает, значит нельзя брать лагерь. Да. Я вот тоже такое слышал. Ты вот читал правила? Я пойду почитаю еще разок. Еще три раза. Но показания. С другой стороны, если Пафнутий запрещает побеждать в этой игре кому-то, то все, значит, нельзя побеждать. Пафнутий, ты как? Ну, пока он не запрещает, вроде. Я да. Пока подумаю. Пока можно, пока можно. Да, пока можете выигрывать. Ты такой добрый все-таки.
Мы не открыли. А, один ход. Ладно, один ход. Можно. Блин, индус, не понимаю. Я уже тут от Сидона. Вот я вижу мрамор и серебро. Например. Короче, я на мраморе. На каком ты мраморе? Можешь, тут ничего нет. Можешь до мрамора дойти? Да. До следующей клетки. Постараюсь. Ты набрал мне про 4 клетки от Сидона. Я немного преуменьшу. Интересно тут. Неужели такой тут вот заплыв у турка? Что-то у него так мало населения. Давайте-ка вену отжирать. Ну, американцев так много, потому что он явно морскими караванами уже отъедается там во все. Ну, вам это должно быть понятно. Так, что будем следующее обрабатывать? Так. Давайте, наверное, медь. Только сейчас классическую эру вышел. Прикольно. Так. Nuts College. Ага, вот. Индус. Ну вот мы и встретились. Да. О, отлично. Значит, тут у нее не город. Так мне походу вообще можно сейчас, я, конечно, проплыву, но похоже мне с этой стороны вообще можно никого не бояться. Что там в волю-то пошел. Традиция, традиция турок. Поэтому у него так мало населения. И сколько у него городов. Я что-то не пойму, турок. Это интересная игра в волю через два города. Это что такое? Да ладно, у него два города только. Ну. Турок, ты че, брат? Хотя на самом деле тут реально место немерено у турка. Всем бы столько места. Селенцы тогда в Зальцбурге после рабочего. Американец вообще без армии играет. Ну, в принципе, как и я, потому что это не армия. Если так уж говорить по-честному. Колосс, наверное, американец тоже построил. Да. И конец все водные чудеса забирает.
куда-то вот тут город ставить. И все. Тут все-таки. Мне тут больше нравится, чем тут. Ну, потому что подальше от Граца. И больше так будет квадратненько территория мной охвачена. Да блин. А, просто таймер еще не пошел. Все. Умер. Так, два хода. Блин, я уже думал, тут не будет проплыва. Ну, мне кажется, тут закрыто. То есть это конкретно вот все мое море. Тут никто город не поставил, так что я могу никого не бояться. Е-е-е. Уи-и-и. Ага, вот турецкий город. Так, что-то у меня долго закрывается традиция, откровенно. Так, а религию кроме, да, кроме турка, собственно, никто и не принял. О, слушайте, производство осталось. Так, мне срочно, да, как кто какие, блин, индонезиец взял на... Да и индус взял, блин, они могут принять. А мне никак тут не увеличить приток, к сожалению. Эх. Ну, ни у кого нету еще ресурсов на продажу. А Вена хочет вино. Ну да, проплыва нету. Зашибись. Все очень-очень хорошо. Караваны запустил-то американец. Но это у него три каравана уже бегает. В отличие от моих одного. Три. То есть он неплохо там развивается. Все у него неплохо. Сколько у него городов? Видимо, три так и осталось. Пять, пять. Ну и столица побольше, наверное. Моей. Есть киты на обмен. Говорит американец. Ну, давай, у меня медь есть. Давай. Так, кто библиотечку построил? Индус. Блин, обрабатывал я эту медь. Этот варвар там ходил себе. Как только я ее обработал, сразу приперся, блин. Ну вот, индус еще и религию основал. Взял продукцию. Ну, блин. Мне
Хода 2 не хватило. О. У турка тут еще, кстати, врата ада. Так, на минуточку. Поэтому он и взял плюс 4. У турка не стоит. Только 2 города. Или уж 3. Уже 3. На глазах становишься сильнее, друг. А где у него врата ада? В столице? Нет. Я думаю, как раз третий город он около врата ада поставил. Это Анкау, да? Анкару. Купил клеточку сразу к вратам ада. Ну, в принципе, вы знаете, если дать турку тут развиться с его количеством веры, пагодами и прочим, то будет очень-очень жирно ему, я вам скажу. Тем более, что у него место есть, где развиваться. Ну да, тут ему, по идее, селиться, и селиться можно. Индонезиец, ты здесь? Да-да. Я был бы очень признателен, если бы мы с тобой не воевали на кораблях. Ты американец? Потому что ты сам видишь, в каком я положении. Просто если ты сейчас откажешь мне в устном договоре, то я буду иметь в виду и стараться делать там наземные войска и так далее. Ну так чего? Ну, ты мне не мешаешь, по крайней мере, если ты будешь себя плохо вести в любой момент, я тебя могу отжать в Нью-Йорк. Ну, я, в принципе, не собираюсь на тебя нападать сейчас, в данный момент. Ну, и в будущем, в ближайшем тоже. То есть мы с тобой можем, допустим, договориться, что на Голиасах там не воюем или на фрегатах. Ну, вот, допустим, сейчас Голиас самый ближайший. Ну, Голиасы я могу согласиться, фрегаты нет. Okay. Пока не знаю на фрегаты, я не знаю okay. пока. Но Голиасы я могу согласиться. Ну, это логично, потому что до фрегатов еще достаточно долго. Ну, и Голиасы не так уж и близко. Почему не покупает медь, блин? Мне нужны деньги для покупки этих клеток. Варвары, конечно. Странно ходят, да? Все понятно. У меня и Вашингтон, и этот, на внутреннем море стоят города. Шикарно. Так, а что в этом плохого? Да так. А мог еще и Нью-Йорк туда поставить. На самом деле вообще надо было, знаешь, куда Нью-Йорк тыкнуть, прямо на оленя, чтобы мог бы выход сделать в открытый космос. Как вариант? Я говорю, я был в полной уверенности, что вот этот вот, где Брюссель и Сурабая, это не продолжение материка, да? Я был в полной уверенности, что это полуостров такой небольшой. То есть для одного города. И я такой в полной думаю, вот сейчас город поставлю, шикарный, буду развиваться, сидеть. А то бац там, Сурабая. Что? Это внутреннее море у турка, грустненько. Кстати. Такое маленькое-маленькое. Ну, Нью-Йорк, конечно, это вообще неудачно. Я мертвый... говорю, я его поставил до того, как увидел все. Мертвый город. Конюшня.
Леги или Карнаски сразу после. Ой, блин. Наконец-то. А что там предложил Турция? А, давай на какие-то хлопок менять, то что ты? Мечети. Монастыри. Ну да, наверное, мечеть. Ой, мечеть. А, вот как у него. Да, слушай, Турок, у тебя тут прям, не знаю, прям офигенные всякие места, я смотрю. У него еще и свое внутреннее море. Личное, в которое вообще никак не попасть. Если бы, конечно, не стартовый фейл, у него тут было бы вообще зашибись все. Явная нехватка рабочих, причем. Блин, слушай, Турок, дай скаута спрятать, а то меня будет этот атаковать. Копейщик. А что ты вообще поставил эти юниты свои этих? Скаута. Ладно, я запомнил, Турок. Ладно, запомнил я, запомнил, затаил. Так, что там? Религия дальше распространяется, и пять счастья за каждый... Два счастья за каждый... Я просто подумал, что ты так намекал, что пилить его надо уже. Да как его пилить? Кто тут его может пилить? Его никого рядом нету. Пилить его. Хорошему на него может нападать только если индус. И то как так далековато. Хотя слонами можно было бы тут. Тут такая равнина, в принципе, прибежать слонами. С другой стороны, нафига это индусу? Ну, с третьей стороны, турок разовьется, и хана индус. Столько вопросов. На самом деле, пока так все разовьется. Не, ну пока турок разовьется, мне кажется... Времени много пройдет. А мне воевать с ним один на один как-то не привлекает. Вот. Из-за турка убили меня скаута. Индус, если что, они просто бегают, разведывают территорию слоны. Это мирные слоны. Thank you.
Вообще приятно, конечно, рекламировать 2GIS. У них постоянно появляются новые функции, и мне есть что вам рассказывать. Вот, например, теперь этот справочник и каталог организации показывает, в какой вагон метро вам надо садиться, чтобы куда-нибудь добраться. Думаю, для жителей Москвы, где составы метрополитенов очень длинные, функция окажется полезной. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте программу под вашу платформу 2GIS, если быть точным. В общем, тут, я думаю, мне бояться нечего пока. А вот с этой стороны могут быть неприятности. Вот уже турок и навтыкал городов. Ага, вот где лагерь появился. В смысле, Лёша ругается? Ну что, городов у него мало. А, ну да, правильно. Не, ну тут реально у него хорошие места. У него тут и эти ресурсы есть разные. И, блин, ну так, конечно, немножко производство не очень, но это компенсируется его первыми городами, где есть производство. Смотри, сейчас он возьмет, он через волю возьмет инженера в Стамбуле, как Петру бахнет. Ну, пускай бахнет. Я не претендую на Петру. А потом мы посмотрим, сколько у него там производства, когда он доторвался на первое место. Не, ну я вижу у него как минимум 4 пустынных холма. 5. 5, ну тем более. Я 5 вижу. Не, на 5 Петра холмов это уже неплохо. Так, ну надо уже 4-й город ставить, не будем тут отставать, надо арены ставить, отъедаться, пока я держусь, видите, не в лидерах, и это очень хорошо, меня это очень устраивает. Меня устраивает, что если что, например, если американец пойдет на меня, то всегда ему в него может ударить индонезиец. То есть я могу, как всегда, поныть. И индонезиец придет на выручку. Но я не вижу, чтобы тут армия была у американца. Он ее не строит. Что, в принципе, правильно. Блин, да что ж... Что ж ты будешь делать? Постоим. Так, все, тут у меня триремка засвечивает. Конюшня, конечно, в Зальцбурге будет бомба. Так, 3 хода, 1 ход. Слушайте, а в средневековье что, никто еще не вышел до сих пор? Интересно.
Это интересно. Блин. Турок. Жаль. Ну, что поделать. Так, рабочий. Пожалуй, постою. Есть серебро на обмен. Это кто говорит? Индос. Сейчас через пару ходов будет. По идее, можно и сейчас кинуть торг. Ну, давай, кидай. На медь? Да. Да, что-то... Вроде золота у меня много клеток, но как-то не фонтан. Так, а где ж мне меч-то взять будет? Ну вот у меня рядом две меди. Грац упорно прямо не хочет их присоединять. Денег у меня нету купить эти клетки. Блин, американец отъедается вообще. Ну, тем проще против него будет, если что, собирать коалицию. На меня пока, кроме американца, никто напасть не может. А вот на американца могу напасть теперь я и индонезиец. Вот и Петра, кто ж построил. Ну ты прям индус-провидец. Я смотрю, действительно... Закрыл волю инженером Петру, турок, зафигачил. Сейчас Стамбул-то как начнет расти у него. С пятерочки-то. Ага, мне же надо дорогами соединить. Вот почему у меня нету денег-то. Печаль. Что, увел кого-то Петру?
Да, ну, что значит, три хода. Этот турок, что значит нет еды? У тебя Стамбул, Эдерне и Анкара на внутреннем море. Ты сейчас отправишь в Стамбул морские караваны из Эдерне и Анкары, и все, вот тебе еда. Кому ты рассказываешь? Сиротка Хася. Не, по-моему, этот турок вообще лучше всех жрет, мне кажется. Не, ну пока жрет больше всех американец, конечно. Там пооткрывал у себя макдачечные. Да. Но на самом деле производство у меня не сильно от среднего ушло. У меня вот единственное, что здорово, это вот урожайность населения. Это прям круто. Но у меня промки вообще не будет. Плюс у меня в любой момент меня может отпидорить донейзец. Ну, не, ну по промке не надо ругаться. Одинаково, абсолютно одинаково. А Нью-Йорк у него лучший город по промке. Так что на самом деле американцы тут за яйца держат. Да, но я на самом деле согласен. То есть, на самом деле, вот если в перспективе смотреть, то очень круто у турка выглядит. Вот это развитие с пагодами, вот со всем. И хорошо, я еще мечеть у него забрал. Где у него этот? Врата. А с другой стороны, ты не увидишь. Это я мог увидеть, а ты не увидишь. Он тебе не даст пройти к ним. А? Нет, они слева от Анкары. А как-то по-другому к ним, не через Анкару можно пройти? Ну да, с моей стороны. Это левее Стамбула проход, да? Нет, переплыть море с моей стороны, высадиться. Так, кто вообще в средневековье вышел, кроме меня? А, никто? Богословие. Ну да, укреплю религию. Так уж и быть. Я хотя бы, что оракул устроит американец, как раз, чтобы exploration принять. Ну. Если построить, будем Айю Софью. Можно и Барабудур заодно, кстати. Или вообще лучше Барабудур. А, и Софью, да. Он и сам в этих в гайдах рассказывает, что Барабудур лучше, чем Айя Софья, потому что распространяешь свою религию. Доходит до дела, начинает Лёша заниматься хренью какой-то. Отлично. Ну, чувак, не убивай меня, ладно. Встану в защиту. Думаю, не должен, по идее, убить. Вот почему он мне рекомендует тут ставить? Вот расскажите, что ради это банана, а то, что тут уникальный ресурс на счастье, никого не волнует, да? Так, не буду я уже на золото менять. Пойду-ка я. Блин, или у Панамы спереть рабочего.
пора Колизей строить. Так, а что, цирк только если слоны и лошади, да? А лошади у меня только у столицы. То есть я только в столице могу цирк построить. Жаль. Сейчас они где-то лагерь, где-то вот тут. Что-то мало очков у ассирийцев. Два города, что ли? Так, кто-то построил стену. Так, этого я чувака наконец могу убить. Отлично. И этого чувака могу убить. Так, ставим город здесь. Кто построил стену? Индус. Блин, может пока поторговать на золото с Пафнутием. Блин, а у меня одна только медь. Смысл? Тогда нету смысла торговать пока. Не, ну мне exploration по-любому надо. Exploration и морская инфраструктура мне очень неплохо зайдет. Плюс 12 молотков. Лишними никогда не бывают. Давайте с ассирийцем. Что вообще города-государства хотят? Занзибар, Ассирию, Веллингтон, Ассирию и Панама, Ассирию. Офигеть. Так. Панама хочет этот лагерь. Да, можно сходить. Богота, Кабул и Веллингтон хочет Гемса. А Гемсы есть у Занзибара. Занзибар хочет Ассирию. Ну, блин. Он, к сожалению, сейчас не станет моим союзником, просто дружбаном. О, рабочий сперли у Панамы. Отлично. Так, мастер Дэн вышел в Средневековье. Он, видимо, в гражданскую службу. Это очень хорошо. Ну как, он, конечно, чеченицу будет строить, но меня устраивает. Я на чеченицу не претендую. Так, Занзибар, Панама, Веллингтон. А в какой стороне Данес обитает? Вверху. Над турком он. Понятно. Спасибо. Класс. Еще три молоточка от... Так, давайте-ка мы пойдем в Вену лечиться. От пастбич... От... Блин. От конюшни. И тут сейчас скоро молотки добавятся. Класс. У меня сейчас с производством будет все очень хорошо. Мне нравится, как американец ныл, что у него нету производства, и сам первый по производству. У меня, посмотри, Вашингтон, у меня он весь в лугах. Итак, я тебе говорю, у меня... Неплохо ты вперед вырываешься по производству, я тебе хочу сказать. Я так далековато, например. Посмотри, средняя 48, минимум 41. То есть это означает, что максимальное значение не так сильно влияет на среднее, потому что у нас минимальное 41 достаточно большое.
Получается, что у нас еще где-то вот 50, игрока 2 как минимум. Ну что, ты выйдешь в свободу, возьмешь статую. На свободу. Я же тебе говорю, у меня индонезиец, который Нью-Йорк, у меня спокойно отбирает в любом случае. То есть, мне с ним надо, по идее, хорошо дружить. Ты как думаешь, индонезиец? Мы с тобой будем дружить? Я думаю, как только ты выйдешь в статую свободы, ты перестанешь с ним дружить. Мне что-то так кажется. И вынеси, чтобы он тебя не напрягал больше никогда. Кстати, американец по науке так неплохо вырывается. Да. Так, у него все хорошо, он нам просто по ушам ездит. А кто второй по науке? Вот мне интересно, у него сколько процентов? Я второй, у меня 23. Так, на это 4% он вышел в госслужбу, получается. У него, скорее всего, вся античность уже закрыта. Да. Ну, так и есть. То есть у него вот оптика, инженерное дело и RN Working закрыты. Ну да. Теологию он не открыл. То есть вот у него на 4 технологии он меня опережает. Оптика, инженерное дело, RN Working. Не знаю, по мне так идут здесь все достаточно плотненько. Только вот в перспективе ваш американец соснет. Потому что у него очень так себе все будет. В перспективе статуя свободы и все нормально у тебя будет. Кажется, в перспективе это гильдия, рыцарство, машиностроение и нет соседа. Пока тот не успел выйти в рыцарь и арбалет. У меня соседа нету. У меня сосед водный. В том-то и проблема, что я всю свою мощь не могу никуда деть. Блин, когда добавится... пойти в Вену посадить, чтобы меньше золота тратилось. Так, ну я очень надеюсь, что... Ну, блин, я просто пятый заходил, то есть... Меня практически все опережают по... возможности построить чудо. А нафига я гражданскую службу открываю? Давайте-ка мы лучше... Блин, Мачу-Пикчу мне... В Грации, если только. А насколько действует морской караван, не помните? Насколько чего? Ходов? Клеток. Дальности? По-моему, 20 или 13. Блин, не помню. Ну, точно не 15. Ну, давай, оракул мой, пожалуйста. Exploration. Мне эти молоточки очень-очень будут хороши. Давай, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. А, так у меня золотой век уже, как 5 ходов. Yeah. Кстати, да. Просто демография там, в лидерстве. Так, ладно.
Вырубил. То есть ты нам только что сказал, что у тебя еще и со счастьем проблем абсолютно нету, да? Зибары Панамы это... хотят этот лагерь разрушить. Со счастьем, если есть проблемы, то тогда бы у меня не была бы такая урожайность. Ну, как бы это логично. Ну, то есть на текущий момент ты согласен, что ты полностью лидируешь тут по всем позициям? Ну, относительно, да, относительно, опять же, но мы же с вами не компьютеры, мы же не судим по циферкам только. Мы же можем, допустим, посмотреть, что, так, американец, что у него? У него место нормального для 3 города, только для 3 городов есть. Дальше смотрим, Вашингтон, так, столица. Ага, одни луга, 2 холмика. Производство, значит, мало будет потом. Дальше смотрим, ой, Днезинец рядом, по которой по воде может прийти спокойно к Нью-Йорку и отхватить самый производственный город. В принципе, это да, американец лидер. Если или ты все, можешь, конечно, принять свободу, и у тебя проблема опять с же, опять же, решится. Опять же. И ты можешь прийти к тому же индонезийцу в гости. Смотри, опять же, мы договорились с индонезийцем, что на Голиасах мы не воюем. То есть, это что означает? Это означает, что на фрегатах он ко мне спокойно может прийти. Так и ты к нему. У меня промки на воде гораздо будет меньше, чем у него. Но сейчас там больше. Так у меня что промка... тебе мешает сейчас настроить Голиасов, потом их взять? У меня промка не водная, у меня внутреннее море. У меня оказалось внутреннее море, а не, ну, не внешнее. Слушайте, чего так много внимания уделяете индонезийцам, я не понимаю. Вы лучше о турке думаете. Я думаю, что здесь на самом деле по месту гораздо лучше турка обстоят дела. По мне так. Но опять же, люди любят обычно говорить, что там кто-то тащит, там все уже сливать, пора игру и так далее. Пора сливать игру. Ну вот, что типа такого. Американец на будущее, а ты мою религию хочешь или как? У тебя еще и религия есть? Ну да. Я там успел в промежутках между обсуждением моего лидерства местом турка и тем, что все хорошо. Так, еще раз. Какая у тебя религия? Иудаизм. Иудаизм. Слушай, тут, в принципе, так все религии... Ну, если ты сможешь распространить, то есть я тебе это препятствовать не буду. Окей. Есть мраморный обмен. Это у кого? У турка? У индуса. С турком бы просто не хотелось бы меняться. Хотя, судя по тому, что у него дофига хлопка, а я открываю, и у него хлопка только 2 на обмен, значит, он уже с кем-то меняется. Кто-то там не брезгует счастье ему давать. Ну, я бы с ним не менялся, если бы со мной менялся кто-то другой. Вообще, конечно, я бы на месте турка в путь набожности пошел, а он просто закрыл волю, и все. Тут... покупки были бы за веру университета, в школу офигенно пошло бы. Так, ну пошли этим лагерем займемся. Блин, минус по золоту, конечно. Ну, фиг с ним. Сейчас минус. Ну, сейчас я соединю дорогой, уже будет. Ну, плюс вряд ли будет, ну хотя бы минус 2, например, да, станет. Так. Что?
Что тут у нас? Давайте дорогу от Граца к Вене поведем. А, тут Stoneworks, циркус и арена. Тут у меня счастье есть. Арена сейчас до хода закончится. Нормально. А, киты. Блин, американец все дальше и дальше по производству. Турок, а ты не хочешь распространить религию на Сирию? Гражданскую службу еще кто-то открыл. А Сирия, а чем тебе... Тебе понять не кажется, что тебе лучше индийская, точнее... Религия, нет? Почему? Там производство у него. В принципе, можно индийское. Мне, в принципе, другой пойдет. Тебе вообще без разницы, какую, я так понял, да? Да, там просто пагоды, что-то там еще храмы. Производство, конечно, тоже хорошо. Так, давайте-ка, может, мы отступим или постоим. Понимаешь, что он убьет сейчас? Что они вдвоем сейчас могут убить? Да, я знаю, что минус по счастью сейчас пошел, но... Это скоро завершится. Вот арена. Так, что у нас тут обрабатывается? Вот уже фигня пошла обрабатываться в столичке. Ой, Индонез посел. Неприкрытый. Ну, надо... Прикатель. Но это не дело. Да, мне так неожиданно посело слоник вылез. Индонез, давай сделаем вот так вот, я посела не буду трогать. Взятку, взятку. Берет. Блин, ну мне надо уже этих... Уметь обрабатывать, что там. Ну, макаем, блин. Хочет, главное, присоединить ту, которая рядом... Ну, просто он считает, компьютер считает, что... как бы... Равнинные холмы круче, чем тундровые холмы. Хотя в данном случае это вообще не имеет никакого значения. Так, чеченец, я думаю, американец построил. Да, так и есть. О, плюс по золоту. Вот соединил всего лишь Вену и Зальцбург, и сразу плюс по золоту пошел. Отлично. Теперь следующую дорогу строим между Веной и Грацем. Боже. Их тут уже три штуки. Наплодилось. Но атаковать меня могут только два. Так, счастье появилось. Думаю, наверное, все-таки уже пора начинать каргошип строить. Или еще одну... Давайте еще одну трирему. На этом пока все. Продолжение через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад.
разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.